Уважаемые друзья, привет! Здорово! Тема моего выступления – большая протяженная историческая жаба, которая составляет свыше 1000 километров. Она должна быть всеми средствами разгромлена. Мы сейчас это сделаем. Вот так провожают на войну в Украину в Ростовской области. Мобилизованные признаются, о повестке никому не раздают. Двое детей уже в престарелом возрасте. Мама пришла после армии. Все, вот. По оперативной информации, российские оккупанты отправляют в зону боевых действий. Так, 26 сентября выбыло 7 танков, двое из которых попали в ДТП прямо на марше. Лиман сейчас одна из самых горячих точек на фронте, и там почти...